В Омске следователи возбудили уголовное дело по факту двойного убийства. Тела двух мужчин с признаками насильственной смерти нашли в заброшенном частном доме в Центральном округе. Подозреваемыми по делу проходят 21-летняя Мичка и ее 37-летний брат. Как установили следователи, ранее судимые родственники до смерти избили бомжей. Что стало причиной конфликта? Смотрите сегодня в программе «Жесть». Криминальная хроника выходит по будням в 18 часов 50 минут и 19 часов 50 минут.